Я восстановился. Последнюю неделю в общей группе уже занимался. Просто рецидив произошел. Я давно еще повредил заднюю поверхность. Потом, неделю пропустил, и у нас сразу каникулы были. И, видимо, не до конца травма зажила. И вот после «Динамо», после игры опять почувствовал боль. Ну что, слава богу, что все позади. Сегодня ты ворвался в игру, и казалось, что не по душе тебе было находиться первое время на скамейке. Ты буквально рвал и метал. Ну да, все-таки играл. Сейчас, все равно у каждого футболиста есть злоба, когда ты выходил, и тут резко сидишь. Хотел выйти, доказать, забил. Вышел, забил. Доказал. Доказал.